В Успенском храме города Видное многолюдно. Сегодня, в день Успения Пресвятой Богородицы, здесь отмечают престольный праздник. В глазах людей радость. Сопровождая чистую душу Богоневесты, благоговейным страхом, как Царицы Небесной, ангелы взывали: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Для православных людей смерть – это не окончание жизни, а освобождение души от грехов, воскрешение, очищение. Поэтому Успение – это действительно праздник. Дева Мария молилась о том, чтобы она поскорее увидела своего сына и была все время возле него. Ее молитвы были услышаны, и однажды она была вознесена на небо. Она ушла в мир к своему сыну, к Господу, и с этого момента она покровительствует над всеми нами сверху и помогает нам по жизни. После Пасхи, после воскресения Христова, это еще раз радостное напоминание всем верующим людям о том, что Господь наш победил смерть, о том, что смерть – это всего лишь временное явление разлучения души с телом, несмотря на то, что каждому из нас предстоит умереть. Однако предстоит и быть воскрешенными Богом. После окончания божественной литургии каждый желающий смог причаститься, попросить прощения за совершенные грехи, ощутить себя частью большой Божьей благодати. Причащается раб Божий во исцеление души. Далее прихожане и служители храма прошли крестным ходом вокруг церкви, прославляя Бога и спрашивая у Него милости и благодати. Шикарный праздник, которого мы ждали очень долго, потому что это наша любимая церковь. Мы ходим в ее церковь, называется Успение Пресвятой Богородицы. Мы часто здесь бываем, а сегодня тем более престол здесь. По сложившейся традиции, после службы каждого прихожанина угостили вкусным мороженым. Татьяна Брылова, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.